Всем привет, меня зовут Рома Погода, сегодня суббота, 14 апреля, и в клубе «Гараж» происходит вечеринка с участием Андрея Джиджулы. Давайте посмотрим, что там происходит. Сегодня с нами диджей Вирус. Ответь, пожалуйста, какими музыкальными вкусняшками думаешь баловать людей? Сегодня есть как минимум 10 треков, которые считаются эксклюзивными. Какими не скажу, это эксклюзивное название треков, но услышите вы их в клубе «Гараж». Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от работы с настоящей медиа-звездой на одной сцене? Очень круто, очень ярко. Это, ну, во-первых, человек крутой, во-первых, место очень офигенное. Ну, вы догадываетесь, что это клуб «Гараж». Вот, здесь всегда офигенно. Тем более, приехал такой человек, удивил, провел всякие конкурсы, дал мастерские советы, показал, что он умеет, а умеет действительно удивить. Ромчик там тоже удивлял, красавчик. Валерий Николаевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему именно Андрей Джиджула? Медиалицо, известный, узнаваемый, популярный и в то же время в меру озабоченный. Такой как раз, как многие из вас в клубе, друзья. У нас есть сегодня два бегателя, которые будут проявлять себя. Я буду в роли как такого стороннего наблюдателя и постараюсь оценивать их сегодня в разных конкурсах. Братан, пристегни, там, расстегни, да, что больше делать. Скажи, пожалуйста, насколько сложно организовать выступление Андрея Джиджулы? На самом деле совершенно несложно, если ты знаешь его личный номер телефона, тем более человек реально крут, замечателен в общении, очень приятен. Да и райдер у него, я вам скажу, очень даже тихий. Скажи, пожалуйста, твои первые впечатления о клубе «Гараж». Мои первые впечатления о клубе «Гараж». Отличный клуб. Мы сегодня на сцене с вами, пацаны, устроили рвань. Это прикольно. Народ веселый, оторванный. Мне очень понравился автомобиль в машине. Последний раз, когда я вел в гараже, я скажу, вот мне позвонили, говорят, Андрей, проведи корпоратив в гараже. Блядь, я думаю, какой гараж, приезжаю? Ну, гараж, гараж, как у людей. Там стоит Феррари, Ламборгини, его выгоняют. Он такой полноценный клуб домашнего типа. И там я проводил. Ну, тут все то же самое, только здесь Запорожец есть. Ну, один автомобиля, второго не хватает, и все. А так все то же самое, даже размера больше. Крутой клуб. Второй этаж, мужчины, добрый вечер, настоящий крепкий, сильный, кривой, добрый. С вами был Рома Погода, мы тусим в гараже и ждем всех вас.